по количеству дней, а не по... Уважаемые депутаты, начинаем совместное заседание двух комитетов. Двум комитетам, наш основной, в Дуте. Я как поняла, это, ну, так скажем, малоимущие или многодетная семья. Будут по повестке дня депутатов нашего комитета. Утвердить. Приглашенные прибыли, кворум нашего комитета имеется. Гарантируется общедоступность и бесплатность дошкольного образования. У нас на сегодня же в Республике Татарстан сложилась несколько иная ситуация. Дошкольная организация, детский сад, но в какой степени является... Тщательно изучить опыт субъектов Российской Федерации, где эта вещь применяется, потому что тут очень много сложностей.